Всем привет и хорошего настроения. В предыдущем ролике забыл снять самую интересную, на мой взгляд, и вкусную часть. О том, что, как сказать, вот стереокомплекс, аудиокомплекс, состоящий из радиолы 4 класса «Серенада» и магнитофонной приставки «Нота», помимо воспроизведения музыки, он может еще и, собственно говоря, записывать. Для чего, в общем-то, и приобретается, как правило, приобретался в те годы магнитофон-приставка в дополнение к радиоле. Вот. То, что он, так сказать, воспроизводить может музыку различную, мы уже с вами видели в предыдущем ролике. Вот, собственно, могу еще раз продемонстрировать, как это все происходит. Включаем воспроизведение. А вот воспроизведение грамзаписи, значит, и теперь, соответственно, если вдруг возникнет у потребителя, у пользователя желание все это увековечить, взял у кого-то пластинку послушать, нужно отдавать, можно переписать ее на вот магнитофон «Нота». Для того, чтобы это, так сказать, выполнить, мы с линейного выхода магнитолы берем через 5-диновый шнурочек выход сигнала, подключаем его к линейному входу магнитофона, который расположен у нас на задней стороне, на задней стенке. Сейчас мы это выполним. Вот таким образом, да. Подключаем. Магнитофон подключается. На запись включается. Нажатием клавиши вот этой красненькой записи. Выставляем уровень записи. И, соответственно, запускаем в работу наш проигрыватель. Звук у него становится тихим, потому что сигнальный провод идет на магнитофон. Уровень записи выставляем посредством вот этого регулятора, который одновременно является регулятором громкости. И пишем. Сейчас попробую вам показать, как работает лампа зеленая индикатора уровня записи. Надеюсь, вам видно. Вот. Обратите внимание. То есть наша задача при записи добиться того, чтобы сходящиеся вот эти сектора не находили друг на друга, но максимально приближались. Если мы запись уменьшаем, видите, да, сектора становятся узенькими в лампе. Если мы уровень записи увеличиваем, они начинают сближаться. Но заходить друг на друга они не должны во избежание искажений и перегрузок при записи. Давайте я вам поближе это дело покажу. Немножко камеру пошатаю, так сказать. А, красота какая. Ну, не пересекаются, да, видите? Заходят немножечко, но это пиковые уровни. Можно поменьше сделать. Итак, радиола «Серенада» 4 класса воспроизводит, как вы видите, запись грампластинки. А магнитофонная приставка «Нота» эту запись радостно записывает. Ну а теперь мы попробуем послушать, что у нас получилось. Выключим нашу радиолочку. Остановим запись на магнитофоне. Теперь нам нужно переключить сигнал
со входа на выход этой магнитофонной приставки. Ну, а радиолу включить либо на приемничек. Громкости добавим. Так, перемотаем. Куда она у нас должна перемотаться? Неприятно зашумело. Так, перемотаем. И попробуем воспроизвести. Прослеживается, не знаю, кто виноват, проигрыватель или магнитофон. Грешу, честно говоря, на магнитофонную приставочку. Вот, чего-то она у нас не очень хорошо протягивает ленту. Может быть, роличек загрязнился. Вот. Но, тем не менее, как вы видите, воспроизводить и записывать в сочетании друг с другом эти аппараты могут. Что, собственно, и требовалось доказать. Вот, собственно, на этом и хотелось бы завершить серию из двух обзоров, посвященных музыкальному центру в составе «Ноты и серенады». Большое вам спасибо за внимание. Я желаю счастья вам.